посадок много. Интересно. Давайте посмотрим, что здесь такое. А потом вон дома эти, прогуляемся по вон той аллейке. Карта территории. О, это я думаю, это же я иду, я даже себя не узнал. А, здесь просто ресепшн, наверное, да? Смотри, мужик идет, на меня похож, говорю, как две капли воды. Это и я был, я не увидел, что это зеркало. Я даже не понял. Охренеть можно. Вот это впечатление, еще не успел ничего сделать, уже все. Классно как, неплохо. Да вообще, оно там, я думал, это большое. А, с той стороны? Вон там. А там спортзал. Давайте посмотрим. Давайте вот по аллейке. Посмотри, какой большой рододендрум. Как в Финляндии. Ля-ля. Большое растение. Вот самое прикольное, вот этот дом. Вот он стоит, будет больше 15 миллионов стоить. Да? Вот это я понимаю. Вот, да. Вот такое я бы хотел построить. Но парадокс в том, что надо панорамку. Да. Столб в центре, массивный клеенный брус, очень хорошо смотрится, причем, видишь, фасад черный, это вот все безрамное остекление. А здесь как-то сразу тихо, да? Вот звук оттуда уже ушел. Везде ковролин, кстати говоря, сделан. Куда ты не попал? В дом зашел без спроса. Ты становишься неправильным. А я без спроса зашел? Тут даже мы не рисуем. Вон там будет. Там, наверное, там интересно, внутренняя отделка. О, он на берегу, дома попроще стоят. Типа а это гипрок, интересно? Это да. Да, гипрок. А ну вон там что? Это несущая, это пенобетон. Ага. Пенобетон. О, смотри, иди сюда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно подняться, посмотреть? Вы уборкой занимаетесь? Мы посмотрим, как дом выглядит. Что? Номер. Номера. А я... Ну вот это да. И туалет.
Номер с панорамным стеклом, видишь? Ну вот. Ну это, кстати, по-моему, рамочная. А ну подходи пока. А мы наверх пошли. Можно посмотреть? Да, да, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам самый главный начальник разрешил. Мы кратенько, буквально 2 минуты из 5. Мы 3 уже потратили. Да. У нас дом попроще. У вас какой дом? 12? Нет, у нас маленький совсем, на берегу, да. Ну, здесь мы это все, ничего нового мы здесь не видим. Все, в общем, однотипно. Пока что. Мне показалось с той стороны что-то красивое. Вот с фасада. Угу. Здесь детская кровать. Ну, спальни все большие, и везде туалеты. Ага. Я не совсем понимаю, где шторки на туалете. А вот, кстати говоря, все здесь туалет, а тут с того балкона, вот с того, все их будут гулять. Я не вижу шторок. Фанера простая. Где-то я видел какое-то помещение красивое, с улицы. Я не совсем понимаю. Ну, здесь все то же самое, здесь все однотипное. Да, это номера, да. Сереж, там шторы. Есть, а где они? А, в туалете там шторы. Но сейчас-то нету их. Что, их сняли, нет, что ли? Там такой куст розы. Пошли. Да, здесь ничего интересного нет. Я думал, что гораздо интереснее. Нет, это все барахло. Ну, видно, что вот эта вот отделка. Ну что, вам понравился дом или нет? Ну, он комбинированный, он дерево с бетоном, так я понял. Но дом поживший, видно.
Смотрите, как сгнила балка. Смотрите, труха. Все сгнило уже. Да, там ничего интересного, кстати, вообще. Пойдем тогда туда сходим, вот к озеру. Сюда или? Ну, я так понимаю, мы здесь пройдем. Здесь уже интересно, цоколь уже камнем сделан, да? Тоже интересно смотрится на склоне, да? Терраса большая. Вот тебе участок разноуровневый. Вот у меня там, где я смотрел купить, вот такой вот уровень. Тоже, видишь, здесь полностью наклон. Вот там такой же наклон. Вот в качестве примера зато видно, как бы это выглядеть могло. Конечно, кондиционеры везде стоят. Здесь, наверное, без кондиционеров не прожить. Здесь уже поменьше дома. Ну это такой темный дом. Потолок здесь невысокий, да, 2,40. Нет, ну это видно одни из первых домов, судя по плинтусам. Такие плинтуса уже 20 лет не продают. Могу сказать. О, старый комплекс. Вот эти дома я видео смотрел, как строят. Пойдемте вот там. Пойдем. Дорожкой туда, к озеру. Подойдем. У меня уже все, камера садится. Уже факт. Уже садится. Да уже все село. Да. Запах здесь, да, какой? Пойдемте вон на тот берег. Да, трава делает свое дело. В общем, здесь прогулки на лошадях, прогулки пешком. О, все, батарейка, конец. Хотела. Ну, у меня провода нету. Я хочу фасад вот этот снять. Этим лет 5, да. Вот этим лет 5 домов. Ну, стальная, да. Вот я видео смотрел, как их строят. Я единственный ресторан здесь не увидел. Где ресторан-то?